Вот готовы наши контейнеры для посева. Я сегодня буду сеять барага огуречного трава, красную горчицу и фенугрик или пажитник. Уже готовые семена. Эти семена такие не слишком крупные. Ну, вот так. Расстояние должно будет у, ну, этикеточки прицепим. Заранее заготовленные. Угу. Пишем название и дату посадки. Так, теперь вот это огуречная трава. Она прям крупная. Ее, значит, надо прям два пакетика, наверное, сеять. Потому что мало один пакетик. Что пишут, крупные семена надо сеять очень часто. Все. Распределили равномерно. Подписали. Приклеим этикеточку. Так. Еще горчица. Горчица мелкая. Ой. Ей надо поменьше семян, потому что она будет слишком часто. И убираем в теплое место. Где-то не обязательно сейчас светлое, просто теплое место. Вот моя микрозелень. На пятый день. Ну, лучший результат, конечно, показала горчица. А барага и кто там? Не очень, конечно. Сегодня мои микрозелени 10 дней. Начинаем собирать урожай. Я приготовлю салат с микрозеленью. За основу я возьму пекинскую капусту мелко порезанную, перчик болгарский, яблочко мелко порезанное, сыр на мелкие кусочки порезанный. Сверху добавляю микрозелень. Все перемешиваю. Полью соком лимона и немножко маслом. Салат я назову «Заячий». Приятного аппетита!